15 августа 2011 года. Первый раз репетируем строевой марш и прощание славянки. Представьте, что это как будто вы на сцену идете. Квартира маленькая, трехкомнатная, нас 12 человек тут живет, 10 детей, 2 родителей. Ну, как будто сцена. Значит, выходите на сцену, давай. Вот видите, в комнате у девочек, где 5 девочек тут спят у меня. Да? Нормально тут. 5 девочек еще у них тут. Да? Поместились, как будто на сцене. Молодцы. Давай, для первого раза великолепно. Давай.